Эй, нам туда. Да. В другую сторону. Опа, аккуратно, можно упасть. Опа, мы пришли в детский центр. Сейчас пойдем. Первым делом лабиринт. Ой, да мне же за тобой не успеть. Да ты куда ж так быстро полез? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не боишься? Ты все препятствия преодолел? Вот ты молодец какой. Ну давай дальше, куда идем? Ого, какие лабиринты. Ну-ка давай, пошел. Что там, труба? Ну давай, залезай в трубу. Давай. Залезай. Не надо кататься. Залезай, давай. Не страшно? Класс. Ты какой смелый. Опа, поехал! И я тоже. Поехали! Ай, смотрите, какой вулкан! Ну ничего себе, ты почти долез! Какая горка там, кто долезет до вершины, прокатится на большой горке. Ого, ребят, смотрите, какая горка. Ого, пасть дракона, да, Елисей? Ты на нее хочешь? На нее пойдешь? Нет. Ого, какая страшная. Носорог, рок, рок. Знаете такого зверя? О, какой большой. О, у нас тут очередной лабиринт. Ого-го, где этот ребенок? Где спрятался? Где ты? Вот он. А еще скажешь? Ничего себе, как ты быстро научился ходить. Ой-ой-ой. Это не батут, это дырка в поле. Не дико поле, не дико. А что это? Ну-ка попробуй встать. Попробуй встать. Провалишься, Елисей? Ну, попробуй встать. Боишься? Угу. А ничего тут страшного нет, просто стекло. Вот так. Ну, съезжай как с горки, давай уже, раз боишься на горку. Ой! Не ударился? Ребенок хочет делать все сам, смотрите, какой растет. Молодец, какой помощник. Давай я донесу, Елисей. Ты сам? Ты мамин помощник? Ну-ка, сейчас будем на плюшках кататься, как на зимней горке. Класс! Елисей, ты такой сильный. Опа, поехала девчонка. А, застряла. Едем? Да. Класс! Еще едем? Опа, мы сейчас девочку подтолкнем! Опа. Класс! Мы не будем не поднять! Ух ты, батуты! Много! Заходи! Давай! Опа! Давай, как ты умеешь? Высоко-высоко! Не, а сальто давай. Опа. Хватит. Хватит? Ну иди на свой батут. Мама здесь сама попрыгает. Куда идем? В шарики. Сухой бассейн. Вот она. Ну-ка, где же вход, Елисей? Мне кажется, ты не туда пошел. Сынок. Ку-ку, мы тебя потеряли. Вот так шарики. Ого, их сколько тут. Ля, нету Елисея. Нету, вот он. Вот это удача. Ребята, а вы видите здесь ребенка среди шариков? Нет никакого ребенка. Вот он. Опа, опа. Чуть не ударился, Елисей. Надо было активнее планировать. Я тебя вижу. Ой-ой-ой-ой-ой. В меня шариками кидаешься. Не надо. Ай-яй-яй.
Ой, ты что? Опа, тут движуха какая. Ну прыгай давай, давай, как с трамплина в шарике, нырни. Давай, 3, 4. Опа, ой. Елисей, что-то ты... Ты живой там? Живой? Смотри, как мальчик. Опа, прыгень. И все, и не видно. Давай ты так. Давай. Только на мальчика не прыгай. Давай. Прыг. Опа. Класс. Класс, Елисей. А кто это тут выходит такой? Из сухого бассейна. Опа, пошел, пошел. Опять тут пошел человек. Ого. Ого. Залезай в трубу. Пошел, 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 пошел. Ого, как ты. Шарики, шарики. Хоть и лабиринты. Ой, Елисей, меня тут сшибает за тобой. Ты так шустро все препятствия преодолеваешь. Мне за тобой прям не угнаться. Ой, ой. А что ты по болоту идешь? Надо по зеленой речке идти. По зеленой планке надо идти, Елисей. Класс. Залезают на самый верх. Ой! Ну-ка, давай, пробуй ты. Пошел, взял разгон, разгон, разгон. Давай, тебе главное до пластиковых штук залезть. Опа! Класс! Вот это вулкан! И снова манят просто эти шарики. Буль! Буль! Брейк! Все! Давай, Елисей, с разбегу в шары. Опа! А тут большая стройка, да? Да, большие лего-кубики. Будем дом строить? Качка. Кружочки. Ну, на чем будешь кататься? Выбирай. Конечно, наш любимый сухой бассейн. Аккуратно залезай. Аккуратно. Ты какой ловкий стал. Давай, 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 давай. Опа! Класс! Но залезай давай, смотри, тут какая горка, водичка по ней течет. Видишь? Ого, какая, да? Что, ты пить собрался? Не. На батут. Ну давай, что, передумал? Опа, вы любите батуты, так как любим их мы. Проехаться с этой горки все-таки. Опа, опа! Не ударился? Пулей, пулей. Счастье, полные штаны. Самое любимое развлечение – это горка. Конечно, горка с бассейном сухим. Где Елисей? Где он? Я не вижу, я только горку вижу. И кучу... Вот он! А сюда посмотри в камеру. В камеру посмотри. Опа! Буль! Кто пошел? Ой-ой-ой, а кто это у нас гусеницы тут поселился, а? Кто это у нас такой? Из гусеницы выползает. Бабочка новая родилась, да? Парень, подожди меня. Ты куда так быстро полез? Мне к тебе не добраться. Не добраться? Куда пойдем? На эту нельзя фиолетовую. Маленьким таким нельзя с фиолетовой горки кататься. Сейчас покажу вам. Ого, какая страшная. Ого. Ты видел? Не надо. Ты видел эту горку? Не надо. Ого. Ого, ребята, бесстрашные. Класс, пройдете здесь или боитесь? А маленький... Опа, пошел, пошел, молодец какой, второй. Опа, ничего себе горочка какая, ну-ка давай, залезай, давай, давай. Ребята, вы испугались такой горки? Вот человек испугался, пошел в трубу. Ну что ж, за ним. А в трубе такие окошечки, все видно. Ты меня ждешь?
Ты меня ждешь? Опа! Мы идем по прозрачному дну. Полу. О-о-о! Он трескается! Скорей, 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 скорей! Ава! Опасно! Опасно, говоришь? Да, опасно. Да ребята ж там проходили только что. Ребята, смотрите, а здесь пиратский корабль. Поехали! Надо было 4-5 посчитать. Ой! Класс! А кто там наверху? Класс! Ой! Стреляется! Ребенок, ты где? Он там сам захотел. Вот как-то так. А что ты там тормозишь, Елисей, а? Что там тормозишь? Я тормозю. А? Что там тормозишь? Опа-опа, перебирается по мосту, опа, не все так просто, как казалось, да? Оп, опа, ну пошли, ладно, на любимую горку, да? У, здесь лабиринт, ты найдешь дорогу-то, а? Дорогу ты найдешь? Еще один, глянь, там на великах поехали, вот это класс! Давай, залезай, скорее, пошли, вот она, наша горка! Давай, иди, не бойся! Ты такой смелый, храбрый мальчик. Давай, давай, давай. Давай, молодец, Елисей. Не испугался. А ребята уже кругом бегают там. Там у них веселуха, движ. А мы идем на нашу любимую горку. Класс, вот и молодец. Скажи, я молодец. Я молодец. Да. А теперь по мостику, давай. Давай, давай, давай. Опа, 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 опа. Взрослые мальчики как быстро уже бегают. Залез на горку. Ну-ка, самостоятельный парень. Опа, всем привет. Все, говори пока-пока, детский центр. Все, мы уехали. Приедем еще? Да. Мы уже переоделись, а тут еще глаза горят. Все, хочется посмотреть, во все игры поиграть. Даже машинки есть, но паровозик это нечто. Ладно, это мы вам покажем в следующем выпуске, да, сынок? В следующем выпуске. Что надо сказать? Пока-пока, подписывайтесь на наш канал. Задумался. До свидания.